Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Как сахаропонижающее средство. Диабетикам на заметку. июня. День Елисея. В честь жития и чудес святого пророка Елисея назван этот день. Он был великим чудотворцем. Само рождение его сопровождалось чудесными явлениями. В городе Силоме, отстоявшем далеко от Иерусалима, стояла золотая телица, которой совратившиеся в идолопоклонство израильтяне поклонялись как Богу и приносили жертву. В час рождения Елисея эта бездушная телица так громко закричала, что рев ее был слышен даже в Иерусалиме. Так было оповещено, что родился пророк. Сегодня у наших предков существовала традиция освящать одежду. Надев такую одежду, человек был счастлив в течение всего года. Точно так же поступали и с той одеждой, которая досталась в наследство или в подарок. Важно было снять все худое с одежды от прежних хозяев и вложить в нее благодать. Это же относилось и к одежде, в которой человек чувствовал себя неловко, что говорило о том, что на ней порча, то есть негативный заряд энергии. Приметы. Если погода сухая и ясная, продолжают сеять гречку. А вот дождливый день сегодня обещает 7 дождливых недель. В народе даже говорили, если на Елисея дождь, еще 7 недель с дождями. Много мошек комаров, жди урожая ягод и грибов. А вот капуста брокколи по своему химическому составу и питательным свойствам превосходит другие виды капусты. В ней вдвое больше витамина С, нежели в цветной, и почти в 50 раз больше каротина, а из него в организме образуется витамин А. А по содержанию белка брокколи превосходит шпинат и спаржу. По количеству калия, магния и железа брюссельская капуста превосходит все другие виды капусты. Ее можно считать омолаживающим средством, предупреждающим развитие атеросклероза. Атеросклероз, как мы знаем, бич современного общества. Им страдают все. И самое важное, что эта болезнь молодеет. При употреблении свежеприготовленного капустного сока заметно восстанавливается эмаль на зубах и улучшается цвет лица. Для получения результатов следует выпивать не менее 3 стаканов сока в день. Лучше всего капустный сок комбинировать вместе с морковным и свекольным соком. Можно попробовать и с яблочным. Я уверен, будет очень вкусная смесь. Потребление данных соков по 1-1,5 литра в день быстро вымоет токсины из организма, нормализует кислотно-щелочное равновесие в организме. Но возможно кризисное состояние, которое указывает на энергичное действие этих целебных соков. При наступлении кризиса, а именно сильного послабления, поголодайте 24-36 часов, чтобы все стихло и успокоилось. Если после питья сока капусты в кишечнике образуется большое количество газа или наблюдаются другие явления дискомфорта, это может быть следствием большого накопления токсических веществ в кишках. В таких случаях рекомендуется перед употреблением большого количества сока капусты очистить желудочно-кишечный тракт, выпивая ежедневно морковный сок, либо смесь его с соком шпината в течение 2 или 3 недель. Одновременно с этим ежедневно выполняйте очистительные клизмы. Замечено, что когда организм нормально усваивает капустный сок, он действует как идеально очистительное средство, особенно при ожирении. А вот добавление соли к капусте или ее соку не только уничтожает ее ценность, но и вредно. Смесь соков моркови и капусты образует великолепный источник витамина С. Это особенно полезно при заболеваниях десен, чтобы десны были крепкие. Пейте этот сок.
А вот сок с медом один к одному повышает кислотность желудочного сока, обладает отхаркивающим и противокашливающим действием. Начинайте с половины стакана 3 раза в день до еды в теплом виде в течение 3-4 недель. Курс. А вот при весеннем недомогании рекомендуется употреблять 1 стакан сока свежей или квашеной капусты натощак. В разведении 1:1 пьют сок по 1/3-1/4 стакана за 30-40 минут до еды как сахаропонижающее средство. Диабетикам на заметку. Капустный сок можно пить с лимонным или гранатовым соком с медом, что делает его гораздо вкуснее. А вот наружно в виде примочек сок капустный эффективен при таких кожных заболеваниях, как экзема, псориаз, нейродермит. Его или свежие листья капусты можно прикладывать к вискам, затылку, лбу, при головной боли, ожогах, ушибах, подагрических болях или калаче в боку. Не рекомендуется его пить при высокой кислотности желудочного сока, симптомах перевозбуждения жизненного принципа ветра, когда могут быть газы, вздутие кишечника или понос. В этом случае сок капусты противопоказан. А вот сок капусты брокколи полезен при сахарном диабете. Он переваривается и усваивается буквально за несколько минут, обогащая организм человека кальцием, натрием, хлором, калием, фосфором, магнием, серой, азотом, железом, кремнием, йодом, марганцем, кислородом, водородом, фтором, всеми этими биологически активными веществами в наилучшей, наиболее усваиваемой форме. Они жизненно необходимы каждому человеку. Данный сок содержит органическую воду, что чрезвычайно важно для восстановления в жаркое время года. 24 лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку, тренировку в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости с целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!